подумайте о том, например, как мы едим, кушаем. У нас есть какой-то, наверное, у кого-то есть аперитив, да? Или кто-то заказывает себе там легкий салат. А у кого-то это первое. Потом есть второе, как правило, основное блюдо. И третье, ну, и компот. Да? Подумайте о том, как мы, не знаю, давайте о прекрасном, как мы занимаемся сексом. У нас есть три люди. Шурмур. Тра-та-та. Подстройка. Подстройка, да. Потом есть основная часть. Да. Вот. И есть завершение этого процесса. Завтра шубу. Отстройка. Разрыв шаблона. Ну, это у кого как происходит. Но по закону композиции нам разрыв шаблона не предполагается. Подумайте о том, как мы приходим в гости. Мы говорим, ой, здравствуйте, как мы давно не виделись, как я рад вас видеть. Ну, как ваши дела? И она стоит стол. Да, и вы пока как бы не смотрите на него, да? А как бы говорите о чем-то.